Привет! Ты на канале Love Unique. Love Unique, Love Unique, Love Unique. И ты пошла куда? Магазин. С тележечкой. Да. И куколка. Да. Как ее так сделать, чтобы она не падала? Да. А она у тебя и так не падает? Ну, вот так. Ну и что? Может быть, ей так удобно? А я так же иногда делала? Да, ты так же маленькая иногда делала. Всё, вот это вот так. Угу. Возьмем этот. Ну, помнишь, ты вчера говорила, что вот эти масочки, очки, вот эти очки и... которые там такие, на палочках. Ой, ничего не видно. Ой, все видно. Значок. Светоотражающий значок единорожки. Если будет темно, то Веронику будет видно. Поэтому значку. Значок. Выключить не могу. Это мы в Мегамарте купили. Пока, Вероника! Пока, сейчас. Давай, включайся. Никуся. Свинину возьму себе. Да, вот что Ника себе купила. Представляете? Но мы не добавляем туда всякие приправы. Так что мне только не одна лапша. Только мне ни почем. Тебе ни почем. А, нет, это не чипсы тебе. Ничего. На кукурузной палочке можно? Нет, там сахар. Хорошо. Нет, там сахар. Мама, вот это можно? Нет, там сахар. Нельзя. Мама, а можно вот это? Нет, там сахар. Нет! Нет, не тебе сказала. Нет, там сахар. Нет, там дуду. Нет, там сахар. Между прочим, у меня уже в объемах ушло 3 сантиметра. Нет, там сахар. Нет, мама, мам, не трогай это. Там сахар в телефоне. Вот смотри, какие леденцы. Мама, мама, леденцы там... Сахар. Я хочу купить вот эту штучку для леденцов и делать самим леденцы, только без сахара, а стевию добавлять. Мама, я хочу формочку вот такой. Ананаса? Да. Пошли. Вот это все сахар, сахар, сахар. Мама, и ты сахар. И я сахар. Да, у меня есть глюкоза внутри меня. Так, вот и не сахар. Ну-ка, покажись. Давай с губками тебя сфотографирую. Ну-ка, смотрите на меня. Ника, ты тоже. Что там? Доширак. Папа, вот тебе. Доширак пример. Так это же галстук. Да. Вот пример. А ну-ка, а тебе этот бантик? А это и мне примерили. Сейчас пойдем купаться в сад. У нас там такой здоровский бассейн.
вернее, к нашей любимой столовой. Кушаем любимый вкусный борщик. Я себе взяла просто салатик обычный. Мне этого достаточно, я много не кушаю. С тех пор, как не ем сахар. Нет, нету. Как, Николик, борщик вкусный? Угу. Как всегда? Ой. Или два. Или один. Ой, два. Или один. Или два. Чтобы скрепить. Ника, ты как героиня из этого. Дори. Дори, она постоянно, помнишь, пела песни, и ты так же. Угу. Она такая. Ну, я не говорю по не на внешность, а на характер. Мама, это очень долго до папы идти. А мы на такси поедем. О! Нам еще Гуччи тащить. Пойдем, да, давай. Да, мы пойдем домой. Солнечники, а не березуя. Ну так хорошо, все еще впереди. Ну что ты тут стоишь? Половнюшка, ну, моя. Давай уйди. Половнюшка моя. Пойдем. Смотрите, я сама буб. Ой, какая вот красота. Посмотри на себя. Ну как, мне идут эти губки? Очки примерить? Давай. Ну что, мне идут такие очки? Всем привет! А, что это такое там сзади? О, у меня появилась корона! Вот такие у нас волосики. Ника, а может нам снова канал переименовать? А, Вероника Рапунцель. Не, ну правда. Мама. Ну смотри, у нас как все прямо вот волосы наши прямо, не знаю. Мама, она давай назовем канал Вероника Капуля. Капуля? Там Макс и Катя, там такие куклы. Макс вот так. Там пока, ребята. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Гученьку с собой возьмем в огород сегодня. Зажигалка. Зажигалку кто-то бросил, да. Нельзя бросать зажигалки на улицу. Да ведь? Нужно выкидывать их в мусорку. Давай. Ну только не копать. Вот мы уже идем по нашему чудесному задворью. Было, она очень холодная была для меня. Почему ты купалась, она не теплая? Не знаю. У каждого своя температура тела. Но сейчас она точно теплая будет. Ой, смотри, прямо до туда достаешь. Вот это да. Здорово. Совсем высоченная стала. Вся в маму. 1,54 м. Я шучу. Ребенок. Ну, высокая, ты будешь точно как папа. Нет, я выше буду. Выше еще? Да. Смотрите, сколько мы всего взяли для того, чтобы покупаться. Мама, а я помню, как ты говорила, что я буду выше папы и выше мамы. Да. Ну, бери сумочку, поехали. Ого! Давай, иди, вперед. Нечего. На колесах же. На колесах, мне уже дотянуло. Ну, хорошо, ладно. Ну, вот мы и добрались до бассейна, до нашего. Вероника нам тут показывает представление. Ну, показывай, не только. Посмотри.
посмотрим. Смотрите, у меня маленький подбородочек. Подождите. Сейчас. У меня маленький подбородочек. У меня маленький подбородочек, да? Рук у меня нет. Так. Это идет. Закрывайте глаза, и я уж исчезну. Давай, закрыла глаза. Ого! И где у нас Вероника? Вон она где! Вот это фокус-мокус. Нету. О-о-о. Смотрите, закройте глаза. Закрыла. Ну, закрой! Да закрыла. Открыла. Все. Гученька, что ты там нашла? Кушаешь? Гучи. Сейчас мы вам покажем супер штуку. Мы заказали душ с Алиэкспресса. Посмотрите. Подожди. Давай. Прямо здесь в бассейне. Такой вот там аккумулятор внизу. Смотрите, какая высота. То есть он очень такой прям высокий. Мне по ногам вот так. Да. А если вот так. Сейчас я покажу, как он там. Все, Никулька у нас отдыхает. Что это такое, кушаешь, Ника? Слива вкусная. Угу. Слива обалденная вообще. Купаться ты пойдешь еще? Рысеньку сюда привезли. Рыси тут хорошо. За ней же котики ухаживают. Гученька тут. Юльку только нигде не видно. Под диваном. Под диваном, наверное. У кошек отпуск. Они уехали на море отдыхать. Гуча сегодня уже что только тут не пыталась съесть. Изо рта у нее забирала. Гученька совсем выросла, да? У рыси, кстати, на природе. Вон, все глазки прошли. Только что-то рыся себе начесала. Вон, что-то красное. Ну ладно, довольная, счастливая кошка. Что-то мы решили, что кошки в квартире, ну совсем прямо вот. 10 лет рыся в квартире, или с ней гулять надо обязательно. Или я не знаю как. Вот, видите, даже подружились. Кс-кс-кс-кс. Пока-пока. До свидания. До свидания. Всего доброго. А теперь? Ну, сегодня Никулька, выходи уже. Подожди, греться. Я хочу их собрать. Вот этих. Игрушки собирать? Да. Ну что, вылазишь? Вон сколько игрушек. Это я принесла, ой. А? Ну ладно. Ураган! Волны. Дети! Что дети? Ну как вы живы? Давай еще, папа, ураган. Хочу расправить. Ты что, ты порвешь там? Так, не брызгайтесь, нет. А хочешь, я тебе целый круг обведу? Давай. Что это? Тихо. Я хочу камеру. Ага. И Гуча у меня тут такая грязнулась. Посмотрите на Гучу. Гучи! Гученька! Ты где такая грязнуша вообще была? Посмотрите на Гучу. Гучи, Гучи, ходит у меня тут бананы таскать. И марш! На старт! Внимание! Марш! Гученька, на кого ты лаешь-то? Гуча тут вот лает, сидит.
На кого ты лаешь, Гуча? Гуча вся чумазая, грязная. Купайся тряпкой. Рысечка наша. Рыся. Рысечка, рысечка. Рыся вообще теперь Гучу не боится. Известный же дрессировщик вот говорил, что когда в таких обстоятельствах непривычных, для нее это знакомая. Собака знакомая, поэтому собаку она уже больше не боится. Гучи, не ходи туда, нельзя. Гучи, не ходи, нельзя. Все-таки немножко... Ну, она и набегалась уже. Гучи, грязнушка, грязнулька, Гучи. Ой, сидит какая грязная. Гучи. Ну вот мы покупались еще в бассейнчике, очень хорошо. Очень здорово. Солнышко еще немножечко нас греет. Хоть мы сегодня очень долго до бассейна шли. Вероника вся укупалась. Из бассейна не вытащить. Супер классно и здорово. Последние, наверное, деньки лета. Завтра, наверное, уже будет дождик. А мы купаемся. И не важно, где вода. В озере, в море. Это вода, как ни крути. Вода, она и в Африке вода. Вода, она и в пустыне вода. До сих пор вот еще время 6 часов, а солнышко прям печет, да, такое? Ну, печет, вот когда на солнце стоишь, прям припекает. Вот если бы мы сейчас во дворе гуляли у нас там, нам было бы жарко. Это не закат еще. Вот тут тоже надо разровнять. Ой, как хорошо. Ну, солнышко. Вода и солнышко. Так. Ника, все, больше так не надо. А то сейчас папа. Я ухожу на дно. Че? У тебя вообще синюшки. Да? У тебя вообще. Что ты делаешь-то, Ника? Ну когда его голове. Ника, так больно. Гуся нас контролирует. Рыся вон кушает. Все, солнышко выглянуло, ура! Такие просидели дома, пока была жара. Теперь радуемся, что вечером солнышко выглянуло. Но с другой стороны, хорошо, зачем мы нагрелись бы вот на этом солнце бы? А тут все умеренно. Камеры-то не смотрят. О, классно! Не наглоталась? Гученька сидит на нас, смотрит, нас контролирует. Да, Гуча? Гуча такая чумазая, боже мой. Все. Что будет? Гуча наша. Вся мокрая, вся грязная, вся в траве. Наши животные. Рыся на грядке сидит, на капустной. Гучи тут около нее травку кушает. Юлька только не выходит, боится. Юлька у нас трусишка маленькая. Гученьке тут сидит хорошо, да? Гучи. Гучи. Рысечка. Да Гучи-то вообще контролирует. Как это не ее погладили, да? Как это не ее-то? И Гучи надо туда же тоже. И Гуча туда пошла. И Гучи сюда же. Гучи! Молодец. Гучи, ты капусту решила съесть? Все, ушли под яблоню наши животные.
Посмотрите, как красиво. Аккуратно, тут паучок. Паучок? Это же сороконожка. Куча пробежала. Такой... Сороконожка. Сороконожка. Не бери ее. Она кусается? Нет. Правда? Правда. Милашка. Вероника пошла бобы собирать. Вон уже сколько. Можно мне один бобик? Да. Спасибо. Я обожаю бобы. На тебе самый большой. О, спасибо. Самый-самый большой. Ням-ням, вкусняшка. Мы накупались, оделись, утеплились. Я придумала, куда нам идти, чтобы бобики собирать. Пойдемте со мной. Пойдем. Туда сейчас пойду. Лапинок бобовчиков. Держи. Ты будешь держать, я буду вас. Хорошо. Ребята, напишите нам в комментариях, кто любит бобы. Кушай. У меня одна рука занята. На, так бери. Он же открыт, мам. Что ты? Да, муха. Муха. Пойдем рыбу рвать. Пап, кабачок можно забрать? А вы будете как? Это ирга. Я ее обожаю. Эти, эти не спелые, эти осенние яблоки. Я хочу посмотреть. Какая она вкусная. Тем временем Вероника собирает яблочки. А ты их будешь кушать? Они кислые? Да. Они осенние? Обожаю кислые. Да? Ну ладно. Я давно хочу яблочко. Давай мы не будем таким свинцом. Такая Ника. Сначала... Надо было это на камеру снимать. Пошли. Бучи. Ты был на канале Love You Nika. Love You Nika, Love You Nika, Love You Nika. Не забудь подписаться на наш канал. Ставь лайк, колокольчик и комментарий. Пока-пока!